36-летний Андрей Макаревич женился в четвертый раз еще в декабре. Однако об этих изменениях в своей личной жизни лидер «Машины времени» рассказал только сейчас. Макаревич считается одним из наиболее скрытных российских рок-музыкантов. Он не любит откровенничать о своих романах, которых у него было немало. Сейчас Андрей Вадимович признался, что женился на еврейке, которую зовут Эйнат. «Молодая, красивая, умная, свадьбы у нас как таковой не было, на самом деле. Я небольшой любитель этих общественных мероприятий. Выпили очень узким кругом. Никакого пафоса я не устраивал», — рассказал КП о своем браке Макаревич. Из-за пандемии коронавируса певица оказался разлучен с женой. Она осталась в Израиле, откуда не успела выехать до закрытия границ. Сам Андрей проводит самоизоляцию в Москве. Эйнат тоже должна была присоединиться к нему. У нее был самолет на следующий день после мужа, но этот рейс отменили. Они познакомились во время путешествия по Эфиопии. Эйнат не поклонница творчества музыканта, а сам он считает, что ему невероятно повезло снова влюбиться в таком возрасте. Ранее девушка была Инной и жила в России. После репатриации она сменила имя, теперь ее знают как Эйнат Кляйн. Молодая супруга музыканта, живет она в Бейт-Арье, израильском поселении на западном берегу реки Иордан. Ранее Андрей Макаревич стал известен своими резкими высказываниями. Она назвал 80% людей идиотами. Музыкант жестко высказался о правительстве России. Иосиф Пригожин прокомментировал высказывание Андрея Макаревича о россиянах.